С утра туман. Клевый такой. Вот. И свежо, не жарко, хорошо. Туман и солнце. День чудесный. Призы. Чаек. Так, это похоже, улитка надо есть. Где? Это меня, короче, приютили тут. Watashi no haha Nihongo wakarimasen. Меня приютили тут, вот, накормили, вот, повели в ресторан. Вот. Да, вот так вот. И вообще, мне еще где-то положат спать где-то. Вот, вот. Сидим тут, шутим. Выделили мне тут свою комнату даже. Вообще, на этот... Накормили. Положили спать. Вообще замечательно. Очень удачно я встретил этого дедушку на улице, который со мной разговорился. Вот, и в итоге пригласил меня к себе домой. К нему домой. Её призов мне тут надавали. Целый пакет с собой. О! Клёвый знак такой. Очень довольный пилигрим, путешественник. Просто такой парк клёвый. На нём посидел, немножко отдохнул. Вот, но мне очень понравилось его выражение лица, просто как у меня сейчас. А бывают вот такие большие туннели. Налево 850 метров и направо 850 метров. Я посередине стою. Вот длинный-длинный туннель такой, надо идти по нему. Вот. Можно обойти иногда поверху, но поверху так долго, что я часто вот прохожу сквозь туннель. Более что есть где идти. Так, а это Уваджимский замок. Его как построили 400 лет назад. Так он так и стоит. Построили он на холме. Специально, чтобы я вот тут под вечер еще позабирался. Наверх. Там порт. Ну, подойди поближе немножко к замку. Небольшой такой. Но стоит высоко. Вот он. Погода испортилась. Прикольные дошкольники японские. 10 утра. Сегодня погода хорошая, по сравнению со вчера, прям вообще замечательная. Вот. Иногда солнышко светит, ветерок дует, класс. Непонятный какой-то замок там. Небольшой храм по дороге. Вот гора. Доброе утро. Лошадка, привет. А вот написано Windom. Видимо, окно Window. Вот еще лошадь. Но у меня нет ничего тебе дать. Вообще ничего нет, понимаешь? Тебе, наверное, нельзя. Клевая лошадь. Гриб. Какой большой. Я в лесочке иду. Выдали вот еще приз. Каштаны. Их уже сварили, поэтому можно есть. Такой злой красный чувак. Спускаюсь к храму 45-му. Тут такой храм интересный. Как бы в лесу. Там наставлена куча всяких разных статуэток.
Вот, просто повсюду. Где сам храм основной, я даже еще не знаю. Сейчас буду страшилки рассказывать. Я в палатке с фонариком уже, темно, поздно. Вот, это... решил подвести итоги 20-го дня. Уже 7 храмов посетил, одну книгу прослушал всего. Вот, прошел всего 213 километров, погода была не очень, пришлось задержаться. Вот так.